голкипера и самого любимого игрока казанского «Рубина» рады каждому гостю. И даже если он оказывается у семьи Рыжиковых впервые, то чувствует себя как дома. В новую квартиру семья вратаря казанского клуба переехала в начале сентября. Впереди финальная часть ремонта, но уже сейчас здесь уютно и светло. С такой командой скучать не приходится, тем более, когда в ней сразу два футболиста. Сын Сергей второй год занимается в школе казанского «Рубина». И если у Сергея-младшего тренировки три раза в неделю, то у старшего каждый день. А одна из них надолго запомнится не только главному вратарю «Рубина», но и всей команде. Ребята сказали, что болельщики пришли, мы, если честно, я удивлен был. Столько болельщиков, я даже не знаю, у нас в фанатском секторе есть столько места или нет. Очень приятно было, очень аплодировали, там поддерживали, сказали, что они с командой. Рубин! 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 И я, и ребята все благодарны. И приходите на футбол, поддерживайте нас. Я понимаю, что сейчас мы пока... Я и считаю, что мы не занимаем не то место, на которое претендуем, но мы все сделаем, чтобы исправить эту ошибку. Это недоразумение. Место в турнирной таблице, на котором сейчас находится казанский клуб, не по душе ни болельщикам, ни игрокам. Поэтому команда делает все, чтобы успехи в Лиге Европы чередовались с победами в чемпионате России. В европейском же турнире «Рубин» – абсолютный лидер в своей группе и клуб, который еще в прошлом году запал в душу многим российским болельщикам после побед над «Атлетико» и «Челси». Хорошую работу провели на сборах, мы целенаправленно к Атлетико готовились, и тренеры нас готовили, теории были, так что мы знали, с кем будем играть, против кого и как играть. Но то, что удача еще нам сопутствовала, это, конечно, факт. Ну, я думаю, Рубин по силам со всеми командами набрать 100% результат при полной нашей концентрации, удаче и желании победить. Если мы сыграем свою силу, то, я думаю, мы добьемся результата и выйдем из группы с первого места. Я думаю, Рубин, наверное, привык и приучил людей и болельщиков ставить постепенно цели и не загадывать вперед. Так что сейчас задача стоит как можно лучшее место в группе, чтобы спокойно выйти в квалификацию. А там будем уже смотреть. Гол! Хорош! 6-3, хорош, собой! Подожди, Серега! Забей, Виталий! 7-3! Хорош, Виталий! Ну что, тяжелее будет? А? Ну да, да что, про Виталия Витальевича только могу сказать хорошие, теплые слова. Это хороший человек. Хороший тренер, хороший друг, старший товарищ, да, и от него нету секретов. У него нету секретов, и от него нету ни во вратарском искусстве, ни в футболе. И я очень его, очень рад и благодарен себе, что он попался на мою футбольную карьеру, такой тренер. А так он, все, которые в человеке должны быть положительные качества, все в нем. А главное, чувство юмора. Ворота, полос, стариков.
Стабильный и уверенный в себе на поле, душа команды за его пределами, капитан большой семьи. Множество побед казанского клуба и уверенных матчей «Рубина» не было бы без стабильной игры первого номера казанцев. «Рубин» – его клуб, клуб Сергея Рыжикова. А он – один из его главных героев, без которого уже трудно представить казанскую команду. Команда нравится, и чувствую, что можно решать любые цели, блин. И только чуть-чуть, блин, фарта, ё-моё, чуть-чуть фарта. Нам больше ничего не надо, блин.